север. Большой кружок на карте. Зима в октябре не кончается в марте. Здесь столица и не столица. Здесь классно. Место, где мы живем, надменно буржуазно. У нас особые бомжи и свои богачи. Ну что, до вас дошло, откуда группа «Кирпичи»? Не могу согласиться, что где водка, там и родина. Хотя ни на родине не клево, вроде, но настоящему индейцу завсегда ништяк везде. Шавермы лучше, чем на Невском. Я не ел нигде. Некоторые говорят, что мы богаче духовно. Это спорно, гопоты у нас довольны. И бывает стрёмно иногда гулять ночью по какому-нибудь гетто, типа Ржевки или Озерков, но все фигня это. Представляешь ли ты себе, что такое море? Дамба, Эрмитаж и Гребенщиков Боря. Это у нас не отнимешь, и это будет ложь, если скажут, что наш пипл на кого-то похож. Питерские люди имеют другую национальность. Капитализм здесь тоньше, здесь иная реальность. Даже время идет не так, как, предположим, в Москве. У питерских людей совсем иное в голове. След мрачной красоты и природных катаклизм. Хотя я против такой штуки, как питерский фашизм. Нехорошо делить людей на ленинградцев и других. Разница есть, но зачем обижать всех их? Патриоты так не думают, вы бы питерцев спросили. Здесь точно пьют не меньше, чем в среднем по России. Хотя, конечно, есть чуваки, которые не знают остановки. Наши скейтеры и роллеры тусуют на Дворцовке. Неплохой видок и атмосфера, согласитесь. Приезжайте к нам, но только не проситесь остаться здесь жить, ведь переться не каждый в силах. От города на костях здесь бывают не просто виллы. Для вас это, возможно, романтично, а для нас разводка мостов, это комендантский час. Но это совсем недолго, застрял, гуляешь, волен, надо где-то зависать. И этот факт приколен, три ночи Петроградка, Петровский стадион. Здесь играет «Зенит», «Зенит» чемпион. Ну а как тебе такой лейбл, как питерская группа? Всем даст фору, спорить с этим глупо. Лучшая марка изначально, сами посудите вы. Вот она, зацените, музыка из Питера.